Вести Карачаево-Черкесия. В студии с новостным блоком Рита Нерова. Здравствуйте. Вот что главное. В Карачаево-Черкесии откроется филиал фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В станице Преградная завершается строительство врачебной амбулатории на 240 посещений в смену. Республика увеличила отгрузку зерна, кукурузы и свежих овощей. И последний звонок для выпускников Карачаево-Черкесии в этом году прозвенит 22 мая в понедельник. Далее подробности. В Доме правительства Карачаево-Черкесии состоялось совещание по исполнению поручений президента страны по вопросам реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных». Участники мероприятия рассмотрели вопрос, касающийся реализации планов, графиков проведения работ по установлению местоположения границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, а также выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и постановки указанных объектов в единый государственный реестр недвижимости. В Карачаево-Черкесии, как и других субъектах страны, готовится к открытию филиал фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». А в настоящее время проводится ремонт здания филиала организации. Сотрудники фонда проходят соответствующее обучение в Российской академии народного хозяйства и гражданской службы в Пятигорске и проводится подготовительная работа по организации межведомственного взаимодействия. Региональный фонд будет координировать вопросы оказания помощи не только ветеранам специальной военной операции и семьям военнослужащих, но и всем ветеранам боевых действий. Здесь можно будет получить все необходимые услуги. Отделение будет работать во взаимодействии с Министерствами труда и социального развития, здравоохранения, МФЦ и другими ведомствами для комплексного оказания помощи. Фонд займется комплексным сопровождением военных, обеспечением социальной адаптации, обучением, содействием в трудоустройстве, а также помощью в оформлении и получении социальной поддержки. Он будет располагаться в республиканской столице по улице Гагарина, 24. Персональным сопровождением адресатов поддержки займутся социальные координаторы, подготовленные фондом. Сайты госучреждений Карачаево-Черкесии перейдут на единую облачную платформу «Госвеб». Это сделает взаимодействие с сайтом быстрым и удобным, а значит, трудности с навигацией останутся в прошлом. Более того, это будет красивый дизайн и самая высокая степень информационной безопасности. К платформе будут подключены органы местного самоуправления, общеобразовательные и дошкольные учреждения, а также медицинские организации. На крупнейшей в России выставке будет установлен коллективный стенд Карачаево-Черкесии. Предприниматели в сфере туризма и гостиничного дела презентуют туристический потенциал республики на выставке «Раша Халал Экспо». Выставка состоится в рамках Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань. Форум 2023» с 18 по 20 мая текущего года в Казани. Регион представит компании в сфере туризма и гостиничного бизнеса. «Раша Халал Экспо» – крупнейшая в России выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов, которая представляет собой уникальное пространство для продвижения развития бизнес-проектов и площадку для построения конструктивного диалога между участниками форума. Как мы уже сообщали, в Карачаево-Черкесии в текущем году будет привлечено 20 высококвалифицированных медиков для работы в сельских населенных пунктах и малых городах по программе «Земский доктор». С 2018 года в республике по этой программе для работы в сельской местности был привлечен 141 врач. Тему продолжит начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Министерства здравоохранения региона Инна Пономарева. Программа «Земский доктор» на территории нашей республики реализуется с 2012 года. Потом у нас был перерыв в республике, и снова мы приняли участие с 2018 года. Вот с 2018 года по сегодняшний день у нас принят 141 врач в сельскую местность. С 2018 года у нас идет софинансирование 94/6. То есть республика дополнительно дает 6%, а федерация дает 94%. Программа «Земский доктор» как бы она улучшает доступность и оказание медицинской помощи. То есть в сельскую местность направляются узкопрофильные врачи, не только терапевты, педиатры, участковые, но и также врачи и офтальмологи, и, может быть, где-то анестезиологи, фтизиатры, узисты. Все то, что необходимо непосредственно людям, чтобы была доступность оказания медицинской помощи.
Благодаря программе по переселению из сейсмически неустойчивого жилого фонда в Черкесске в этом году жильцы нескольких домов получат новое жилье. В прошлом году по этой программе переселено 190 семей. Приводить обветшавшие здания в порядок экономически нецелесообразно, и поэтому жильцов переселяют в новостройки в северном микрорайоне города, рассказывает заместитель мэра Черкесска Заур Тугов. На сегодняшний день управлением жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Черкесска проводится визуальный осмотр порядка 40 домов, расположенных на территории города Черкесска. После того, как при визуальном осмотре выявлено наличие сейсмонеустойчивости дома, заказывается заключение экспертной организации, которая уже дает свое юридическое заключение. В случае, если дом признается сейсмонеустойчивым или экономически нецелесообразным для восстановления, данный дом включается в постановление мэрии, подлежащем к переселению. Мэрия города Черкесска в декабре 2022 года дан старт к переселению жильцов и нанимателей многоквартирного дома, расположенного по адресу Гутякулова, 5, по которому на сегодняшний день ведется прием документов, заявлений, которые впоследствии будут выведены на комиссию уже для заключения договора мины с нанимателями и собственниками данных жилых помещений. В рамках реализации программы по переселению жильцов и нанимателей многоквартирных домов, которые попали в программу переселения, это те дома, сейсмоусиления которых невозможно или экономически нецелесообразно, ведется мэрия муниципального образования города Черкесска с 2020 года. На сегодняшний день практически реализована программа по переселению собственников и нанимателей 7 многоквартирных домов. Это дома расположены по улице Крайняя, 41, Октябрьская, 12, Октябрьская, 14, Крупская, 73, Зеленая, 42А, Демиденко, 155 и Доватора, 58. В станице Преградного Урупского района завершается строительство врачебной амбулатории на 240 посещений в смену. Готовность 81%. Сейчас здесь выполняется монтаж внутренних инженерных систем, крылец входов, системы вентиляции, новая дизельная электростанция, а также идут работы по чистовой отделке помещений. В Черкесске началась реконструкция каскадной лестницы, ведущей в парк культуры и отдыха «Зеленый остров». Это одна из достопримечательностей города, чье преображение порадует как жители, так и гостей республиканской столицы. Работы по реконструкции завершатся к 1 сентября этого года. В Карачаево-Черкесии, как и России в целом, продолжается весенний призыв. Сколько юношей в нашей республике получили повестки и где будут проходить военную службу, рассказал военный комиссар региона Сергей Белобородов. Традиционно в нашей республике призыв будет проводиться с 1 апреля по 15 июля этого года. С республики более 300 молодых ребят будут призваны для прохождения военной службы в ряды вооруженных сил, войск Национальной гвардии и Министерства чрезвычайной ситуации. Чаще всего наши ребята распределяются для прохождения службы в Южном военном округе. Ну и почти третья часть уйдет в войска Национальной гвардии. Карачаево-Черкесия увеличила отгрузку зерна кукурузы в 4 раза и почти на 1000 тонн свежих овощей. С начала 2023 года Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало отгрузку 35 тысяч тонн подкарантинной продукции при ее вывозе с территории республики. По сравнению с предыдущим годом, наша республика серьезно нарастила поставки зерна. Больше всего зерна направлено в Астраханскую область, а также в Краснодарский край и Дагестан. Помимо зерна из Карачаево-Черкесии идет отгрузка тепличных свежих овощей. С начала года их отправлено более 5000 тонн. В первом квартале текущего года в банковском секторе республики выявлено 3 банкноты Банка России номиналом 5000 рублей с признаками подделки. Это в 2 раза меньше, чем за тот же период прошлого года. В то же время за 3 месяца текущего года на территории Карачаево-Черкесии не было обнаружено ни одной поддельной банкноты иностранных государств. Для сравнения, за январь-март 2022 года нашли 2 поддельные банкноты по 500 евро, сообщили в пресс-службе отделения Национального банка Республики Южного главного управления Банка России. Проверить банкноты на подлинность жители Карачаево-Черкесии могут в специальном мобильном приложении «Банкноты Банка России». В Карачаево-Черкесии прошел образовательный семинар «Единые стандарты кавказского гостеприимства». Мероприятие было нацелено на повышение качества оказываемых услуг в индустрии туризма и гостеприимства, а также совершенствование системы подготовки кадров Северокавказского федерального округа в этом направлении.
Так участники обсудили туристический потенциал и стратегический приоритет развития туризма в регионе, межрегиональную интеграцию Северокавказского федерального округа, единые стандарты кавказского гостеприимства, технологии эффективного операционного управления отелем и сотрудничество с национальными и региональными туроператорами и другие актуальные вопросы. Государственная дума приняла закон, направленный на ужесточение правил оборота никотиносодержащей продукции и снижение последствий ее потребления в целях защиты жизни и здоровья россиян, особенно детей и молодежи. Причин несколько, и в первую очередь рост несчастных случаев при использовании испарителей. Чем же опасно это новомодное средство, якобы помогающее избавиться от курения? Рассказывает медицинский психолог Республиканского наркологического диспансера Инна Лобанова. Производители альтернативных способов курения, они утверждают, что это более безопасный вариант, что якобы есть жидкости, в которых нет никотина, например. Ну и что, например, с помощью вейпов или электронных сигарет можно даже бросить курить. Почему, конечно, сейчас вот так активно озаботились, да, этой проблемой, в частности, в Госдуме Российской Федерации? Потому что очень много различных случаев серьезных, которые возникают непосредственно на фоне использования вейпов и электронных сигарет. Случаи разные, то есть то, что касается, допустим, травмоопасности, да, то есть вейпы взрываются очень часто за счет того, что многие эти конструкции, сами эти жидкости, они на сегодняшний день чаще всего приезжают к нам из стран Азии и, соответственно, не досматриваются. Учебный год подходит к концу. В этом году Министерством просвещения страны рекомендовано провести праздники в единые даты для всех регионов России. Последний звонок для выпускников Карачай-Черкесии прозвенит 22 мая в понедельник. В текущем учебном году 9 класс оканчивают более 5600 учащихся, а 11 класс более 1600. В 2023 году коронавирусных ограничений не будет, поэтому и праздничные мероприятия, посвященные празднованию последнего звонка, пройдут в очном формате. В Карачай-Черкесии открыт летний набор на курсы программирования для школьников «Код будущего». Они состоят из 4 модулей по 36 академических часов. Летом в ускоренном формате можно освоить первые 2-3 модуля, остальные – осенью этого года. Записаться можно на 19 программ от 12 ведущих вузов и IT-компаний. Уточнить наличие мест на отдельных курсах и площадках можно на странице проекта «Код будущего». Обучение бесплатное. Старт в июне этого года. Для участия нужно выбрать курс, подать заявление на госуслугах госуслуги.ру, фьючекод и пройти вступительные испытания. Напомним, на летних программах «Кода будущего» можно изучить разработку приложений, сайтов и игр на Python, языки программирования PHP, JavaScript и другие. Успешно сдав экзамены, школьники получат сертификат об окончании курса. Прием заявок продлится до 31 мая текущего года. Преподаватели и студенты кафедры «Лесное дело» Северокавказской государственной академии провели уборку на берегу реки Большой Зеленчук в селе Даусуз. Мероприятие стало внеочередным всероссийской акцией. Так, студенты после выездного практического занятия на базе питомника Урупского лесхоза не смогли пройти мимо скопления мусора и провели уборку почти полукилометровой береговой линии. В Центре молодежного инновационного творчества в Черкесске состоялся показ документального фильма «Вместе мы – сила», включающего экскурс по истории Донбасса как неотъемлемой части России, сюжет о герое России Канамате Баташеве и интервью с участником специальной военной операции Астемиром Шибзуховым. Картина снята в рамках проекта преподавателя истории Карачай-Черкесского технологического колледжа Арсена Карасова. Напомним, проект получил грантовую поддержку Фонда культурных инициатив и направлен на формирование устойчивого понятия о тесной исторической взаимосвязи Донбасса, развитие чувства патриотизма, а также повышение интереса детей к истории России и сохранение исторической памяти. 200-летняя сосна Архыза претендует на звание «Российское дерево года». Проголосовать можно на сайте Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы» до 1 августа текущего года на сайте Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы». www.rosdrevo.ru «Сосна поляны Таулу» в списке под номером 19. Она произрастает на знаменитой в среде горных туристов и альпинистов поляне Таулу, с которой начинаются многочисленные горные маршруты и на которой расположены гостевые дома, кемпинги и простые палатки.
Крупное, очень красивое дерево сосны возвышается над остальными деревьями и служит украшением поляны. Дерево почитается как простыми туристами, так и профессиональными альпинистами. Оно было признано памятником живой природы и пополнило национальный реестр старовозрастных деревьев в России. Сегодня в 12 часов в Республиканской государственной филармонии Черкесска состоится торжественный вечер памяти, посвященный 85-летию со дня рождения народного поэта Карачая-Черкесии Микаэля Чикатуева. Микаэль Хаджиевич – автор около 30 поэтических сборников на абазинском языке, а также в переводах на русский, арабский и турецкий языки. Стал первопроходцем в абазинской литературе, выпустив первую абазинскую книгу «Верлибров. Перезвон листьев» в 1986 году и первую книгу сонетов на родном языке «Свет сердца» в 1998 году. Он первый абазинский писатель, издавший свои книги «Сердце Абазашты» и «Два абрека» в столичных издательствах. Кроме того, Микаэль Хаджиевич – автор первого абазинской литературы «Собрание сочинений в 5 томах». И именно им была составлена двухтомная антология абазинской поэзии. В Черкесске прошел интересный мастер-класс по гончарному ремеслу, который длился 2 дня и был организован для 2 групп участников. В рамках мастер-класса участники изучили основы гончарного дела и научились создавать изделия из глины своими руками. Опытный мастер поделился секретами мастерства и показал участникам, как правильно работать с гончарным кругом, выбирать формы для изделий и подбирать нужный вид глины. Каждая группа участников имела возможность создать несколько изделий, которые они могли забрать с собой домой в качестве сувениров или подарков для друзей и близких. Подобные мастер-классы будут проводиться и в будущем, чтобы еще больше людей смогли познакомиться с этим увлекательным и полезным ремеслом. Федерация шахмат Карачая-Черкесии провела республиканский турнир, посвященный памяти многократного чемпиона республики Альберта Шаманова. В абсолютном зачете победителями стали Мухтар Лайпанов, Аслан Тишилев и Александр Ковенко. Ну и последняя информация. Наши спортсменки Илья Ахмедова и Сабина Шевхужева стали серебряной и бронзовой призеркой, соответственно, всероссийских соревнований по тэквондо Кубок Рязанского Кремля среди девушек 12-14 лет в Рязани. Победители состязаний получили привилегированную позицию при жеребьевке на первенстве России. Кубок Рязанского Кремля ежегодно собирает около 1500 участников и является рейтинговым. Впереди у тэквондисток тренировочные мероприятия по подготовке к первенству России среди юношей и девочек 12-14 лет, которое состоится в июне в городе Шахты Ростовской области. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По данным региональных синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В горах местная плюс 8-13 и выше 2500 метров сохраняется лавиноопасность. В Черкесске преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 22 градусов. На этом информационный выпуск завершен. В студии была Рита Нирова. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 86 52 24 99 51. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!